Всем привет, с вами SevPro, и всем скажу мод на создание своего сервера в Майнкрафте Pocket Edition. Но после установки данного мода нам придется залезть на настройки, где мы увидим дополнительные настройки нашего сервера. Ну что ж, первое – это включение нашего сервера. Второе – это название сервера. Как будет выглядеть ваш сервер? Ну я напишу просто сервер Майнкрафт. И мы должны сохранить. Второй пункт – это уже идет порт. Порт должен состоять из 5 значных цифр. Если вы напишете больше, то ваш сервер просто не будет работать. Так, маленько баганул мод. Ну, это мод только на альфа и бете. Но это максимальное количество игроков, которые могут зайти на ваш сервер. Я поставил довольно прикольное число. Ну, это у нас... Белый лист – это создание своего IP, и это игра по Wi-Fi. Ну, если вы включаете этот пункт, то у вас включаются 2 первых пункта. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.